Десятки тысяч человек вышли на улицы перуанских городов. В руках манифестанты несли плакаты со словами «Предатель» и «Незаконное помилование» – это оскорбление. Участники акции скандировали «Кучински, вон отсюда». Жители Перу недовольны решением президента Педро Пабло Кучински, который несколько дней назад помиловал экс-главу государства Альберто Фухимори. Во вторник бывший лидер страны, находясь в больнице, записал видеообращение к народу. Фухимори, который отбывал 25-летний срок заключения за организацию убийств, причастность к похищению людей и коррупцию, попросил прощения у жителей страны. В воскресенье Педро Пабло Кучински объявил, что помилует бывшего президента. «Мы не должны позволить, чтобы Альберто Фухимори умер в заключении». С такими словами обратился глава государства к гражданам Перу. Многие жители страны оказались недовольны этим решением. Вскоре в Перу вспыхнула волна акций протеста.